Здравствуйте, друзья! Наконец-то настала зима. Зима – это время самоделок. И сейчас я вам покажу, какую самоделочку я сделал для автомобиля. Итак, видео будет на стыке двух тем. Тема автомобильная и тема Arduino. Все это совместно. Будет все, как вы любите. Будет скетч, будет схема. В общем, смотрите. Поехали. Итак, вот эта небольшая самоделочка поможет вам в дороге контролировать свой аккумулятор. Ну, вы здесь видите три, даже четыре цифры. Первая цифра – это температура в салоне. Вторая цифра – это напряжение на аккумуляторе. И третья цифра – это уровень топлива. Ну, вернее, не уровень топлива, а количество газа в баке газовом. Про датчик я вам раньше рассказывал. Ну, сегодня я хочу рассказать именно про вот этот указатель. Он показывает не только напряжение, но еще может помочь вам проконтролировать состояние вашего аккумулятора каждый раз, когда вы заводите автомобиль. Как это происходит? Вот я заглушил автомобиль. Когда я его включаю, мы видим значение. Старое значение при запуске было 9,6. Теперь сейчас напряжение, машина не заведена, 12 вольт. Если я буду заводить, мы увидим минимальное напряжение, до которого падает при старте двигателя напряжение на аккумуляторе. Ну, сейчас повторим обратно цикл включения. Итак. Ну, так как вы не запускали, старое значение стало 12,0. Ну вот, значение сейчас 10 вольт. 10 вольт при старте двигателя. Это, в общем-то, достаточно критично. Рекомендуют, если напряжение меньше 10 вольт, зарядить аккумулятор. Напряжение меньше 10 вольт при старте. В дальнейшем этот прибор показывает уже напряжение в бортовой сети. Ну, давайте посмотрим, из чего же он состоит. А состоит он, ну, как первое, что мы видим, это индикатор 16.02. Значит, вот это вот датчик 18B20, датчик температуры. Он припаян прямо выводами на Arduino. Здесь Arduino. Обыкновенная Arduino Nano. Нет, даже не Nano, Arduino Pro Mini. И креночка, чтобы питать нашу систему от 12 вольт. Так как наша система требует 5 вольт. Ну вот, собственно, и все, из чего оно состоит. Схему я, конечно, приложу, мы ее немного рассмотрим на экране. А теперь давайте посмотрим, что же из себя представляет скетч и схема этой самоделочки. Ну вот так вот выглядит схемка. Значит, что мы видим на схеме? Это у нас дисплей, это у нас Pro Mini. Вот это вот у нас, это 18B20. Вот это вот стабилизатор. И вот это вот, это датчик, который стоит в баке, в газовом баллоне. Вот. Сейчас расскажу про остальные детали. Вот этот вот резистор необходимо подбирать, для того, чтобы правильная контрастность была. Ну, в оригинале, правда, нарисовано к дисплею, тут делитель. Я не использовал делитель, примерно 1 килоом, и все работает. Этот резистор
4,7 килоома, которые обеспечивают смещение на выход датчика температуры 18B20. Вот этот вот делитель служит для измерения бортового напряжения, которое мы замком зажигания сюда подаем. Вот этот вот блок, вот этот вот датчик, я бы рекомендовал запитать от DC-DC преобразователя, чтобы при незаведенной автомобиле он показывал от повышающего DC-DC преобразователя, чтобы он показывал правильное значение топлива в баке. Ну, Arduino, она и есть Arduino. Сейчас покажу схему, как я бы предлагаю вам сделать, чтобы уровень топлива в баке показывал и при незаведенной машине. Сейчас откроем. Собственно, точно та же схема. Единственное, что мы вот поставим вот здесь вот DC-DC преобразователь, который позволит нам 14,5 вольт питать этот датчик, а уже с него значение идет от 0 до 5 вольт, идет вот сюда, на Arduino. Схема будет в описании. Схема сделана из разряда минимум деталей, максимум функционала, для того, чтобы ее можно было повторить с самым малоподготовленным электрончиком. Если, конечно, сюда выходов вот еще много у Arduino, сюда можно было запихнуть и тахометр, и другие датчики температуры, ну, что-нибудь еще, не знаю что. Но, допустим, тахометр, для его подключения необходимо было бы тогда добавить входной контур. Это уже достаточно сложно. У меня тахометр на автомобиле есть, мне это не нужно. Ну, давайте посмотрим теперь скетч. Перед нами скетч. Выполнен он в программе FLProc. Значит, наш скетч имеет три платы. Это у нас первая, это вывод уровня топлива. Вторая, вот тот самый блок индикации напряжения сети. Ну и последний, это температура. Давайте с самого простого. Самый простой вот температура. Здесь применен модуль вот такой вот считывания значения с 18B20. Чем он хорош? Он не требует ввода IMEI, но на этот вход мы можем подключить только один датчик. Ну, мне он один и нужен был. Значит, мы имеем этот модуль. Его значение делим на 10. Преобразовываем его в текст. И выводим на дисплей. Вот этот вот коммутатор нужен, если будет у нас отключен датчик. На дисплее будет выводиться Егор. Ну, теперь давайте дальше. К уровню топлива, допустим, по сложности. Напряжение ставим на закусочку. Уровень топлива тоже довольно-таки несложный у нас модуль. Мы имеем входной контакт. Это фильтр, очень нужная штука. Благодаря этому фильтру мы не имеем резких бросков значений уровня топлива. То есть топливо меняется плавно. Вот это очень важный модуль. Он нам позволяет сделать правильную шкалу вывода уровня топлива. То есть, грубо говоря, как его настроить? Вы приезжаете с пустым баком на заправочку, заливаете, вот как я вот отметил, 5 литров. 500 – это 5 литров. И засек значение, которое у меня стало показываться внизу на дисплее. Это вывод АЦП. Вот стало показывать у меня 415. Замечательно. Я поставил 5 литров, 415.
Вплоть до того, что можно сразу же еще раз залить 5 литров и поставить следующую точку уже 10 литров, будет там показывать, не знаю сколько там, 500-600. Я заправлялся всего 2 раза, один раз на 5 литров, второй раз на 40 литров. И вот у меня 2 точки, потом я еще раз заправлялся до полного, но полный у меня немного переваливает за 1000 значения. То есть у меня датчик упирается уже в бак, ну лезть туда я не хочу. Он больше не показывает. Вообще максимум датчик может давать 5 вольт, а это 1024 значения АЦП вот в этом месте. У вас могут быть другие значения. Вы сначала посмотрите, минимальное значение в баке будет, какое максимальное. Ну а потом можно будет проградуировать этот уровень. И точно тогда знать, если вы приехали и заправились на 20 литров, а у вас показывают, раньше показывало, допустим, там 500 при 20 литрах, а теперь показывают 450, значит, на какой-то уровень вас наебали. Вот. Ну, дальше мы делим на 100, так как вот здесь я специально увеличивал на 100 значение, вот это, если это 5 литров 500, 4000 это 40 литров и 45 тысяч, 4500 это 45 литров. Для того, чтобы показывала десятые части литра. Ну, этот модуль просто преобразовывает в текст. И, собственно, вот и все. На этом... Ну, тут больше показывать нечего. Это уровень топлива. Ну, теперь давайте просмотрим модуль, который у нас отвечает за вывод напряжения и контроль минимального напряжения при включении, при том, как вы заводите автомобиль. Значит, вот самые верхние вот эти два подсоединения, это просто для того, чтобы свет предупреждал и мигал при увеличении напряжения выше 14,5 и при уменьшении ниже 10 вольт, тогда будет свет мигать. Вы можете вот сюда применить другой, допустим, вывод и вывести это на светодиод. Ну, тут немного надо будет преобразовать. Кому интересно, могу подсказать, как это сделать. Ну а дальнейшее, ну откуда же берутся данные? Данные у нас берутся вот с входа А2, на схеме это видно. Дальше опять же у нас фильтр, который очень хороший фильтр сглаживающий. Потом мы идем и регистрируем изменение этого значения. Нет, смотрите, как работает вообще алгоритм всей системы. Мы включили зажигание, подали напряжение на систему. Вот этот таймер отрабатывает 2 секунды, в течение которых мы видим старое значение при заводке автомобиля. Ну, допустим, 10,2. После того, как он отработал этот таймер, начинает отрабатывать вот этот таймер. Во время этого таймера мы можем завести автомобиль, и он у нас 10 секунд. И самое минимальное значение во время работы этого таймера будет зафиксировано, занесено в память энергонезависимую. И мы при следующей заводке увидим, сколько же было минимальное значение при запуске. По прохождению вот этих 10 секунд срабатывает этот таймер, и мы начинаем видеть уже на экране уже значение, текущее значение напряжения бортовой сети. Ну, машина в это время уже, я предполагаю, что должна быть заведена. Ну и видим и контролируем просто как обычный вольтметр бортовой. Ну вот на самом деле и все. Кому было интересно и кто захочет повторить, спрашивайте. Ссылки на файлы, комплектующие, которые я использовал в этой схеме, ищите под видео.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч!